Так, выходим на мостик. Сейчас опять пройдем мимо полотенец. Но мы их здесь брать не будем. Можно поменять везде. Здесь, в отеле, в спа и на пляже. Вот магазинчики. Вот спа. Кстати, да, вот. Вот спа. Сейчас покажем. Вот, собственно, ресепшн. Собственно, ресепшн. Здравствуйте. Мы ненадолго, у нас обзорная экскурсия. Туда проходят мужчины, да? Да. Сюда проходят женщины. И вот так мы попадаем в раздевалку. Там здесь тоже вот полотенце никакого нет. Там зайдем. Да. Раздевалки, душевые. Вот. Да, прохладно, хорошо, туалет. Все. Есть. Идем прямо. Прямо. Да, вот в этом крыле тоже сауны. И все почему-то. А вот сейчас все нормально. Можно сюда пройти, потому что мы как-то приходили, было закрыто. Вот здесь написано VIP-сауна. Там сейчас, что не буду заходить, а там массажные комнаты. Ну, что нам сюда заходить? Там темно. Так, здесь крытый бассейн. Он выходит на улицу. Да, большой бассейн. Хороший. Нормально. Нормально? Да. Так, вот если идти в то крыло, вот прямо, мы попадем в хамам, в турецкую баню. Парилки, ледяные пещеры здесь. Местечки для отдыха. Витамин бар. Соки. Могут сделать фреш из огурчиков, морковки и айран. Волшебный, божественный айран. Холодненький. Ну все, выйдем, мы потом поподробнее поснимем, да? Нет. Нет? Все, выходим. Выходим. В общем, большая территория, там интересно, нужно пойти туда и снять хамам. И тропический душ, да, машина снимет? Там заходишь? Да, расскажи. Там заходишь, идешь, и там на тебя резко начинает лить, как будто это ливень, дождь. Ливень, да, и гром гремит. Да, гром. Здравствуйте. И свет выключается. Да, и там еще есть такое место отдельное, там, где тепло, и там, где прям так холодно. Выходим. Так, где наш папа? Где наш папа там? А, вот отсюда. Все, выходим. Тут, короче, очень прикольно. Тебе нравится машина? Да. Да. Но только я очень скучаю за своей собачкой. За собачкой. Ну ничего. Идем. Так, вот снова магазинчики. Тут фейковый рай. Везде сэль, здесь игрушки. Не, мы сейчас не будем брать полотенце, мы возьмем на пляже, чтобы с ними не ехать. Почему ты показываешь? Она участвует в записи. Ой, ветер сильный сегодня. Очень сильный. Так, вот снова его полотенце проходим. Это ресторан. Вот это, наверное, итальянский ресторан, что-то мне тут кажется. Потому что у нас завтра ужин в итальянском а-ля карт. Мы все еще не знаем, где он находится. Тут очень жарко. Да, в июне хорошая погода. И ветерок. Так, вот мы идем по мостику. С него видно, какой шикарный бассейн. Вот видно там аквапарк.
Да, вот мы прямо сейчас. Ну иди, Перевар. А ты будешь обедать? Конечно. Давай. Вот здесь мороженое. Всевозможные развлечения. Керамик энд арт студио. Коллеги. Регулярно все моют, очень чисто, свежевымытое. Какое мы берем сегодня? А бананового нет? Нет. Банана. Мы сегодня взяли Blue Sky и карамель. А Blue Sky — это итальянская карамель, у них называется, не знаю, что это значит. Вкус такой жженой карамель голубого цвета. Очень вкусное. Тут мороженое. Правда, вот эти вафельные стаканчики вообще не вкусные. Да, вафельные стаканчики, Маша говорит, невкусные. Я не очень. Один раз взяла лимонное мороженое, было вкусно. Вот это вот кусочек рыбного ресторана или карт. Мы там в уголке сидели как раз. Да, здесь сцена. Вечернее шоу. Представление. Скажи, что в речке В речке, а сейчас мы до речки дойдем же еще. В речке много форели. Выпрыгивает, но не ловится. Пока. Пока. Пока что не села на крючок. Я просто не подобрал еще ходы правильно. Да, мы еще не знаем, где подход. Вот здесь. Да, здесь. Турецкие лепешки кесриме и иде, кальянчики. И вот бар, в котором тоже все есть. Ночной бар и дневной, и ночной. Пойдем мимо него, пройдемся, посмотрим, что там есть. Так я уже мимо лепешек прошла. Здесь просто много людей. Тут ничего обычного, обычный ресторан с кофейным. Ну да, все напитки, все как обычно. А вот этот ресторанчик мы здесь иногда обедаем. Здесь только лепешки. Мы когда в бассейне рядом купаемся, мы, чтобы далеко не ходить, сюда ходим и обедаем. Да. Ну, опять же, ассортимент не очень большой, поэтому стараемся не объедаться, хотя все очень вкусно. Угу. Невозможно не есть, невозможно. Так, вот это турецкий ресторан «Ля Карт», и мы в него тоже идем. Ужин? Еще не знаю, морской нам очень понравился. Очень. Не ожидали, если честно. В последнее время какая-то экономия жесткая в отелях, но здесь держат марку в этом отношении. Вот мы идем. На лодочке. Будем там плавать. И мы поплывем на море. На пляж. Море. На этих лодочках. Такой персик. Так, здесь очень хорошая большая территория. Травка, шатры. Можно отдыхать днем, ночью, как хочешь. Вот правила. Да, правила поведения. Вот, внимательно. Здесь места для ожидания. Почему закрыто? Нет, не закрыто. Катерок. И вот плывут люди с пляжа. А сейчас будем. Нас заберут. И мы поплывем на пляж. Вот такая речка. С форелью. Вот такой катерок. Очень романтическая дорога на пляж. Раньше как-то, если отель не на первой линии, очень смущало, потому что ребенок был маленький и было некомфортно. Сейчас даже интересно, можно пройтись, опять же, для фигуры полезно, да, Мила? А можно поплыть на таком котельке, совершить романтическую прогулку.